Я хотела бы поздравить Миненко Ивана Яковлевича, моего дедушку, который воевал. Он очень часто рассказывает нам истории с войны. Я очень рада, что он жив, все еще здоров. Поэтому пожелаю ему счастья, здоровья, конечно же, крепкой семьи. У него большая семья и много нас, детей, внуков. И, конечно же, всех ветеранов, чтобы их пришли, поздравили родные, близкие. Чтобы у них все было хорошо, они были счастливы и здоровы. Мы от всей души поздравляем ветеранов города Бердска. Желаем, конечно, много здоровья. Огромное спасибо за победу. И самое главное, чтобы радовались жизни как можно больше и дольше.